Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Сегодня готовлю вкусный быстрый ужин на скорую руку, картошку в банке, минимум усилий и грязной посуды. Итак, приступим. Половину куриной грудки нарезаю небольшими брусочками. Отправляю в глубокую миску, по вкусу солю и добавляю любимые специи и приправы. Даю немного времени промариноваться, а пока займусь овощами. Две средние луковицы нарезаю полукольцами и добавляю к куриному филе. Также поступаю и с морковкой. Картошку нарезаю произвольными кусочками. Это могут быть кубики, брусочки, полукольца, и отправляю к остальным ингредиентам. На этом этапе овощи можно еще немножко посолить по вкусу. Теперь все хорошенько перемешиваю и разлаживаю по пол-литровым баночкам. Из данного количества продуктов у меня их получается 3. В серединку каждой такой баночки добавляю небольшой кусочек сливочного масла, что придаст картошке еще более нежный вкус. По желанию можно добавить также сыр или немного майонеза. Получается тоже очень вкусно. Из пергаментной бумаги формирую шапочки и укрываю ими баночки. Отправляю в холодную духовку. Затем духовку нагреваю до 180 градусов и тушу картошку где-то минут 20-30 до закипания. Затем градусы убавляю до 140 и тушу еще где-то минут 30. Картошка готова. По вкусу можно посыпать ее мелко нарезанной зеленью, но и так, поверьте, она очень вкусная. Надеюсь, рецепт вам понравился. Оцените его лайком, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Приятного аппетита!